Здравствуйте, высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Отменены итоги аукционов на строительство в Волгограде фонтана, уже построенного в обход правил и ставшего местом трагедии. В Волгоградской области сохраняется напряженная ситуация с лесными и ландшафтными пожарами под угрозой поселки. В день сотрудника уголовного розыска в Волгограде у главка МВД появились бронзовые Глеб Жеглов и Володя Шарапов. С начала этого года в Волгограде выявлено 16 малоэтажных жилых домов, законность строительства которых вызывает сомнения. Только за минувшую неделю во время объезда северных районов Волгограда чиновники обнаружили 5 строений, обладающих признаками так называемой многоквартирности, без соответствующих документов. В частном секторе Дзержинского района, неподалеку от проспекта Жукова, строится коттедж площадью несколько сотен квадратных метров, подозрительно разделенный на секции с отдельными входами. 3 коттеджа, похожих на многоквартирные, чиновники обнаружили в поселке Металлургов Краснооктябрьского района, еще один в поселке ГЭС. Напомним, в Волгограде уже более 300 семей пострадали от подобной практики строительства многоквартирных домов. Речь идет о строениях, расположенных в Советском и Дзержинском районах по улицам Тукая, Помнющего, Бабича, Малиновского, Зевина, Пономарева, Тимирязева. Люди являются добросовестными приобретателями жилья, но по решению суда их дома теперь под угрозой сноса из-за того, что оказались построены на территориях, не предназначенных для смешанной застройки жилыми домами. Впрочем, 3 дома по улице Помнющего в Советском районе депутаты Гордумы узаконили, внесли соответствующие изменения в правила землепользования и застройки Волгограда. Сегодня стало известно, что итоги аукционов на строительство фонтана, построенного в нарушение закона о госзакупках в парке имени 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе Волгограда, отменены. Скорее всего, дальнейшая судьба сооружения будет решена уже после окончания расследования обстоятельств гибели в фонтане ребенка. Непоправимая трагедия произошла из-за того, что слив чаши фонтана, построенного наспех и в обход правил, не был оборудован решеткой. Я считаю, что было неправильно вводить его в эксплуатацию, когда в нем была такая недоделка. То есть, конечно, здесь есть вина нашей администрации, это да. Мы даже его обходим вот так вот мимо, мы даже к нему больше не подходим. Для меня это очень большая трагедия. Меня это шокировало. Я видела открытие, здесь ежедневно прохожу мимо, я видела открытие, очень много детей было. Вот. Но, во-первых, должны понести наказание те, которые... Это явно была ошибка. Явно ошибка была в конструкции. Должен работать однозначно. Но, естественно, меры защиты принять и все. В Волгоградской области остается сложная ситуация с лесными и ландшафтными пожарами. Для объективного контроля за ситуацией проблемные районы сегодня облетели на вертолете Ми-8 представители регионального главка МЧС и профильных комитетов. Только за последнюю неделю на территории области произошло более 400 возгораний сухой растительности и мусора. Из-за сильного ветра огонь не раз грозил перекинуться на населенные пункты. Напряженная ситуация в прошедшие выходные складывалась в Котовском и Серафимовическом районах. По-прежнему в регионе действует особый противопожарный режим, приостановлен и сезон охоты. Сегодня в день сотрудника уголовного розыска в Волгограде на площадке перед зданием областного управления МВД открыли памятник героям культового фильма «Место встречи изменить нельзя» сыщикам Мура Глебу Жеглову и Володе Шарапову, тем, кто бесстрашно ловил банду и главаря. Бронзовая скульптурная композиция изготовлена саратовскими мастерами на средства профсоюзной организации регионального главка. Идея принадлежит полицейским Камышина. Наши сыщики будут, проходя мимо этого памятника, не только фотографироваться, но и вспоминать о долге, чести, стойкости, о тех качествах, которые присущи сотрудникам уголовного розыска. В том числе и, кстати, проходящие мимо горожане нашего города-героя будут с удовольствием его смотреть. А если кто-то пожелает, мы обязательно запустим в наш режимный объект и дадим возможность сфотографироваться с этой композицией. Сегодня же были награждены лучшие сыщики Волгоградской области. Региональный главком МВД уже несколько лет входит в пятерку самых результативных подразделений в стране. И в этом, несомненно, есть заслуга службы уголовного розыска. На этом все. До свидания.